Нам стало відомо, що вже після демонтажу пам'ятника Петровському у міськвиконкомі відбулася низка зустрічей з фахівцями, в тому числі і з архітекторами-урбаністами. Якщо це не так, мене виправить наш гість Михайло Лисенко, виконуючий обов'язки заступника міського голови, який опікується господарськими проблемами в місті. Цікавить нас сьогодні і доля, власне, монумента, і що буде з привокзальним майданом надалі. Поки що бачимо бруд, розбиті дороги, стихійна торгівля, незрозуміла парковка, бомжі, цигани. І справедливо зазначимо у сюжеті, що це ворота міста. Перше враження, потім важко чимось перебити. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мы вместе с вами смотрели сюжет. Вы там очень часто в последнее время бываете. Тема нашего интерактива и вопрос к вам. Вас задовольняет стан сегодня привокзальной площади? Вопрос риторический. Я думаю, ни один житель города не может сказать, что его устраивает состояние нашей привокзальной площади. Тем более, эта проблема появилась не сегодня, не две недели назад. Эта проблема назревала несколько лет. То есть несколько лет там существует стихийная дорога, стихийная торговля. Стихийная торговля в первую очередь приводит к тому, что там накапливается мусор, твердые бытовые отходы. Там нет возможности расположить контейнера. То есть это такая первая причина. Вторая причина. Вы видите, в каком состоянии вообще находятся сами пешеходные дорожки, тротуары, дорожное покрытие. То есть это такой целостная большая проблема, основная часть которой, я надеюсь, в этом году будет решена. Ну, памятника нет. Памятник есть. Памятник его нету есть, на площади. Его нет уже на площади. Да. Где он сейчас? Что с ним будет дальше? Есть ли уже какой-то логичный вариант развития событий? То есть в настоящий момент, после того, как памятник был в результате определенных действий демонтирован. Для того, чтобы его сохранить, мы вывезли его на территорию нашего коммунального предприятия. Оно находится на проспекте Труда 5. Желающие журналисты туда уже приезжали, смотрели, фотографировались. То есть он будет находиться до того момента, когда у нас будет принято решение, где памятник этот и другие памятники, которые были демонтированы за последний год, будут находиться. То есть есть масса предложений. Одно из них создать парк тоталитарного режима, так называемый, и куда все памятники, которые были демонтированы по всей Днепропетровской области, будут туда свезены. В настоящий момент он будет находиться на территории, то есть под охраной. Ни один кусок с него никуда не денется, то есть он будет лежать, пока у нас не будет принята концепция. Если бы мы его оттуда не вывезли, у нас не памятник, у нас бы не было ничего. У нас сейчас есть памятник на нашей территории, ноги остались на площади привокзальной. То есть в самое ближайшее время мы сейчас ведем переговоры с собственником этого памятника, мы найдем механизм, каким образом все-таки оставшуюся часть демонтировать и где она будет дальше находиться. Впоследствии, то есть, ну, будем говорить, памятник поврежден, к сожалению. То есть мы хотели это сделать более спокойным способом. То есть мы вели переговоры с участниками так называемой этой акции. То есть мы им предложили: ребята, давайте там мы дождемся сессии, вынесем вопрос этот на сессию. Цивилизованно, аккуратно мы его снимем. То есть не надо пилить никакие ноги, не надо ничего валить. Ну, все журналисты были, все это видели. То есть наши разговоры были записаны и в прямом эфире, и там был стрим. То есть, к сожалению, нас не услышали. Единственный был выход — это вывести этот памятник, чтобы его просто там не разобрали на куски, как это было с памятником, который был у нас на площади сейчас Героев Майдана. То есть от памятника не осталось ничего. У нас есть телефонный звонок и, собственно говоря, определенное предложение, как поступить с вот такими памятниками. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Конечно, хочется, чтобы был фонтан с зоной отдыха. Вы поймите, вот в Варшаве 12 фонтанов, ну жара такая, спека, да, у нас возле ЦУМа карусель, вот возле театра оперы и балета осталось что-то наподобие фонтана. А так больше все, и негде горожанам и приезжим возле воды укрыться, к водичке бы поближе, правильно, в жару такую. А памятник, ну конечно, жаль, что не спросили у всего города. Ну, следующий какой этап? Заводы, мосты, квартиры, все советское, да, университеты, больницы, школы, куда пальцем не покажи, все советская власть, все коммунисты клятые настроили. Ну, нельзя так, нельзя. Вот такое отношение тоже, вы поймите, не сильно, а что? Безработица, повышение цен. Дякую, ну, дякую вам за звонок. Залишайтесь с 9-м и надали. Ну, собственно, как бы определенная боль слышна в этом звонке, что не всех спросили, но уже так произошло. Но есть же дальше еще несколько памятников, до 21 февраля обозначено для городской власти. Если вдруг
Калинин и Киров, насколько я понимаю. Да, больше у нас нет, у нас осталось два. Ну то есть, вот как городская власть по этому поводу? Мы ждем 25, то есть у нас сейчас ведутся переговоры с представителями всевозможных патриотических организаций, всевозможных движений. То есть мы проводим с ними профилактическую беседу, чтобы в дальнейшем эта ситуация, то есть, не подтвердилась. Честно говоря, 21 числа, то есть когда произошла эта ситуация, мы рассчитывали на помощь со стороны сотрудников милиции о том, что, может быть, все-таки не допустят. Сотрудники милиции выбрали такую взвешенную достаточно позицию, то есть они следили за общественным порядком, а в сам процесс они не вмешивались. Здесь как бы и плюсы, здесь есть как бы и минусы. Я понимаю, руководство полиции никому не нужен совершенно в городе, чтобы кто-то пострадал, какой бы ни был памятник, но это кусок металла, если пострадают люди. То совершенно другое. То есть что касаемо высказывания мужчин относительно памяти, относительно фонтана и женщины, которая была в эфире, у которой записали, которая говорила, что там необходимо сделать парковку, к сожалению, то есть были уже мысли до этого до нас, то есть изготовить там парковку. Существующая проблема, там очень низкое залегание грунтовых вод. То есть для того, чтобы построить, ну, при стоимости, например, чтобы было понятно, при стоимости одного этажа под землю, это он равняется где-то 5 этажам вверх. То есть не выдержит. Это имею в виду стоимость, это многомиллионные вложения не в гривнах. Это огромная фантастическая сумма, которая требуется для парковки, которая городу и инвестору, она в ближайшие 20-30 лет она не отобьется. Ну, в общем, понятно, что с привокзальной площадью нельзя рубать с плеча, надо очень взвешенно подходить. Ну, перейдем и к другим темам. Недавний снег, в принципе, коммунальные службы справились достаточно серьезным объемом, впервые за многие годы. Но то, что там осталось на тротуарах, тут... со знаком минус, все, вопросов нет. Я об этом сразу говорил. Да, и вы это признали. Ну, какая сейчас на повестке дня проблема, задача номер один для коммунальщиков? Потому что все же оголилось, и мы видим, какие результаты. А еще даже зима не закончилась, еще у нас будет снег. То есть снег у нас будет, к очередному снегу мы готовы, мы справимся с подобной стихией, конечно, она не будет иметь характер какой-то чрезвычайной. В настоящий момент у нас на повестке дня стоит это профилактика, работа и чистка с ливневками, чтобы весь снег, который тает, чтобы вода эффективно отводилась. Если вы видите, у нас нету нигде на основных магистралях никаких крупных луж, нету нигде основного такого подтопления, то есть своевременно мы реагируем, прилагаем все силы, то есть лично я ежедневно проезжаю все основные магистрали, читаю обращения жителей там и в Фейсбуке, которые пишут, обращаются к нам на горячие линии, то есть стараемся реагировать. То есть в настоящий момент у нас это, мы подготавливаемся к очередному снегу, мы готовы, и работа, эффективная работа ливневой канализации, дождеприемников, то есть над этим мы сейчас, у нас проблема номер один. Мы за этим стараемся следить. Ситуация тяжелая, ливневая канализация запущенная, в плохом состоянии, то есть, но делаем все возможное для того, чтобы город не пострадал и не почувствовал это таяние снега. Вы видели, температура наступила плюсовая очень резко, и у нас особых критических проблем ни в центре города, ни на периферии, то есть нигде не было. Ну вот смотрите, есть другая проблема, связанная с освещением, и особенно возле школьных учреждений, дошкольных учреждений, это просто мест, где горожане могут отдыхать. Дворец детей и юношества. Там в 5 часов вечера просто... страшно выйти, потому что бандиты, полиция еще пока туда не доезжает. Вот как в этом направлении, вы как коммунальщики, есть ли люди, которые могут вкрутить лампочку? Люди есть, которые могут вкрутить лампочку, они это делают регулярно, неоднократно. У нас несколько бригад работает по городу Днепропетровску. То есть, ну, основная стратегия у нас такая, то есть мы больше не будем устанавливать лампы, которые устанавливали раньше. То есть мы делаем это исключительно, они будут либо светодиодные, либо максимально энергосберегающие. То есть мы отходим от старого, и вот мы установили на несколько микрорайонов энергосберегающее освещение. Это жилмассив Фрунзенский, жилмассив Парус, частично в некоторых местах жилмассив Красный Камень. То есть мы видим хороший, положительный эффект по экономии электроэнергии, по их эффективности, по их надежности. То есть на настоящий момент основная проблема всех этих ламп, которые там раньше были, там ДРЛ и так далее, это самая главная для них проблема, это перепад напряжения. То есть, как правило, они не выдерживали перепада напряжения, в большей своей части не перегорали, и был достаточно высокий расход электроэнергии. То есть сейчас мы все участки, которые мы проектируем, все участки, которые у нас будут изготовлены, там, изготовлены, то есть либо установлены новые опоры, либо замена светильников, они будут проходить исключительно с применением энергосберегающих технологий. Там, я думаю, жители Фрунзенского знают, то есть практически во всех дворах мы уже закончили большую часть жилмассива Паруса. Сейчас мы проводим, заканчиваем работы в Таромском. С завтрашнего дня переходим на поселок Мирный.
Да, и, по-моему, у нас участок там остался Приднепрос незакрытый. То есть есть проблема, я не говорю, что мы сейчас там взмахом палочки, мы решим, у нас произойдет, завтра у нас появится свет во всех дворах. Основная часть дворов у нас накрыта. Но у нас накрыта мы частный сектор. И такие, то есть, как бы это там грубо ни звучало, то есть, но в настоящий момент мы будем отдавать, это лично моя позиция, лично моя такая будет мое видение, мы в первую очередь будем уделять, это микрорайоны. То есть микрорайоны, там, где большое скопление людей. Да, частный сектор, понятно, там тоже живут люди, но в первую очередь у нас основной акцент – это территория, там, где существует многоэтажная застройка. Не могу не спросить о работе новой полиции. Ну, по крайней мере, центральная часть города Днепропетровска постепенно мы от несанкционированных парковок начинаем избавляться. В том числе можно прекрасную панораму возле горисполкома увидеть, все очень чисто. Такого не было давно. Вот ваши отношения, все ли нравится или есть там какие-то элементы перегибов? Касаемо даже тех же эвакуаторов. Вот насколько я слышал, что просто вызвать эвакуатор, необходимо час-полтора ждать. Эти же ребята работают так, что через 20 минут уже блокируют машину и увозят. Смотрите, относительно работы полиции, я непосредственно как исполняющий обязанности заместителя мэра, я очень, в настоящий момент я очень доволен работой полиции. И проблема, с которой мы столкнулись, когда у нас был обильный снегопад, то есть полиция очень эффективно сработала. То есть они следили, они сообщали нам в наш контакт-центр, где какая проблема, где вдруг там остановилась, не остановилась техника. Вы знаете, когда был сильный снег, мы перекрыли доступ крупногабаритной технике. И когда мы расчистили весь город, мы отправляли по 5 фур через город. И сотрудники полиции, то есть их сопровождали, они нам передавали информацию. То есть свободно проехала фура, не свободно, там забуксовала, значит, там надо обратить внимание, то есть они, считаю, сработали очень хорошо. Ну, то есть есть позитивная динамика? Однозначно. Но... То есть я им ставлю оценку 9 из 10. У нас есть телефонный звонок телезрителя, который хочет задать вопрос вам и, возможно, тоже поставить оценку коммунальщикам. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот смотрю на пана Лысенко и думаю, он мой депутат городского совета. Мне хотелось бы знать, а что он хочет сделать по благоустройству в своем округе, первое? Второе, я хочу знать, когда все-таки будет вопрос стоять не только о привокзальной площади, а и у других улицах, которые не являются центральными, где сейчас пройти вообще невозможно, по колено вода, везде лед и так дальше, и это абсолютно никого не интересует. Вот я хочу услышать, вот слава Богу, что я его увидела хоть на телевидении, своего депутата городского совета. Дякуємо вам за дзвінок и за ваше запитання. Отвечаю, у меня на моем округе, это жилмассив Красный Камень, у меня на каждой двери при входе в подъезд у меня висит надпись, где и когда я веду прием. Я веду прием 2 раза в неделю в 96-й школе. Это вторая и последняя пятница каждого месяца с 6 до 7. Это написано на каждой двери. То есть во время предвыборной кампании раздавали всем без исключения, то есть людям раздавали контакты, все знают мои телефоны, старшие домов, старшие подъездов. То есть, ну, будем говорить так, есть довольные, есть, да, будут недовольны. То есть о своих планах я не буду заниматься здесь пиаром. Кому интересно, все мои избиратели знают, они у меня со мной на прямом контакте. То есть я всегда очень быстро реагирую на их обращения. Поэтому я думаю, от темы округов мы уйдем, у нас вопрос более глобальный. Ну, то есть вас можно увидеть не только по телевизору, а важно еще и читать то, что написано на дверях. Совершенно верно. Не на дверях, а при входе в подъезд. При входе в подъезды и найти вас в той школе и в те дни, где вы указали. Давайте поговорим об одном скандале. Ну, как мне кажется, это все-таки скандал. Наша коллега Ольга Юдина несколько дней назад, бюро журналистских расследований, вы уже, наверное, наслышаны тоже. Велодорожка, центр Днепропетровска. Мы шикарно наблюдали в течение там всего лета и частично осени, как ее укладывали. Душа радуется для тех, кто не вникает в процесс. А значительно завышена цена, там не того качества плитка и так далее, и так далее. То есть журналисты, собственно говоря, обратились к правоохранительным органам для того, чтобы провести сумасшедший аудит, по-другому не назовешь, выяснить, как через офшоры уходили деньги. Что вам по этому поводу известно? И известно ли, и уже кого-то вызывали пообщаться? Ну, смотрите, у нас, к счастью, к
как я всегда говорю, или там, к несчастью. То есть я исполняю обязанности руководителя департамента с 3 декабря 2015 года. То есть у меня, к сожалению, не было возможности контролировать никакие работы, которые выполняет департамент. То есть я слышал со стороны, со слов сотрудников милиции, со слов журналистов, что там проявляется какой-то интерес. Никаких проблем. Мы открыты для всего. Мы открыты для любой информации. Мы отвечаем на все, без исключения, запросы депутатские, журналистские. По-моему, ни один журналист в городе Днепропетровске не может меня там упрекнуть, что мы кому-то что-то не рассказали, что-то не показали. Если там кому-то интересно, я до этого возглавлял, вы знаете, управление жилищного хозяйства. Если кому-то интересно, ко мне какие-то есть, лично ко мне какие-то вопросы, я готов ответить. Ну, не лично к вам. Но на ваш взгляд, вот то, что вы сказали, свои предположения журналисты и подтвердили там определенно документальными вещами, на ваш взгляд, коррупционная составляющая была, расхищение бюджетных денег было или нет? Ну, вот так, знаете, приблизительно. Не готов сказать, пусть это скажут либо сами журналисты, то есть как я скажу, нет, не было, там все хорошо, подумают, вот врет. Или скажу там, вот там действительно все плохо, там украли деньги, скажут, ну значит там наговаривает на своего предшественника. То есть я не хочу, у нас есть журналисты, Ольга Юдина, профессиональный, кусучий журналист, я думаю, она докопается до правды, и она увидит, что там на самом деле и как было. Никаких проблем нет, мы предоставим всю интересующую документацию. Дякую, що завітали до нашої студії і знайшли можливість відповісти на дещо незручні запитання.